Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня вяжем повязку номер 5. Вот она, наша повязочка номер 5, с таким объемным цветочком на пуговице. Кому интересно, оставайтесь со мной и вяжите вместе со мной. Что нам для этого понадобится? Пуговичка, любая, все равно будет под волосами. Крючок 4,5 миллиметра и спицы 4,5 миллиметра, вот где у меня написано, вот здесь вот 4,5 миллиметра, и нить, то есть в 100 граммах 125 метров, вот такие толстенькие пышные воздушные ниточки такие. И для начала мы набираем 3 петли. 2 3 3 петли снимаем. Далее первый ряд вяжем лицевыми петлями, кромочную вяжем тоже лицевой. Второй ряд, первую петлю снимаем, из второй вывязываем 3, то есть вывязываем петлю, делаем накид и петлю вывязываем, кромочную провязываем лицевой петлей, поворачиваемся, изнаночный ряд, кромочную снимаем, из этих вывязываем как бы 3 петли, вяжем резинкой 1 на 1 лицевая, изнаночная лицевая. Кромочную всегда вяжем лицевой петлей. Поворачиваемся. Снимаем. Где была изнаночная, изнаночная провязываем. Из лицевой вывязываем 3. 3. Изнаночную провязываем. И кромочную лицевой. Переворачиваем, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, то есть вяжем по узору резинкой 1 на 1, кромочная всегда лицевой. Поворачиваем, кромочную снимаем, вяжем по узору до центральной петли, вот она центральная петля, из нее вывязываем 3, накид, но изнаночной, лицевая, изнаночная, видите, тут как лежат петли, и кромочной, и лицевой. Далее поворачиваем, вяжем первые петли, как лежит узор, остальное по узору, то есть резинкой 1 на 1, и последние петли тоже как лежат петли. Поворачиваемся. Вот таким вот образом мы продолжаем вязать, пока на спицах у нас не образуется 25 петель. Из средней вывязываем 3 петли, из центральной. Остальные вяжем по узору резинкой 1 на 1. И кромочная всегда лицевой. Довязала я до того момента, когда у меня на спицах 25 петель. Я вам измерю ширину, 12 сантиметров ширина и длина 13 сантиметров. Далее я вяжу ровно, без добавлений, резинкой 1 на 1, кромочная и лицевой петлей. Провязала я ровную часть нашей повязочки, всего она 20 сантиметров, вот эта ровная часть, и далее буду вязать с убавлениями. Убавление будем делать точно так же, как мы делали добавление, основываясь на центральную петлю, она у нас здесь 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Теперь мы провязываем 3 петли вместе, вот 12 13 и 14, вот так, таким вот образом. Изнаночный ряд вяжем без изменений, видите, прямо в центре наше убавление. И в лицевом ряду снова делаем убавление по центру. Я уже считать не буду, вот смотрите, здесь у нас было убавление, вот она петля, и по одной петли от них по сторонам
так вот до того момента, пока у нас на спицах не останется 3 петли. Те же самые 3 петли, из которых мы начинали. Вот такая вот повязочка, девчонки. 3 петли у меня осталось. Измерим общую длину ее. 45 сантиметров. 45-46 сантиметров. Так, теперь петли закроем. Для этого я возьму крючок. Одену 2 петли. И провяжу 3 воздушные петли для того, чтобы образовалась петелька. И теперь 2 петли вместе. Такая вот петелечка у меня образовалась. Здесь я обрезаю ниточку, закрепляю, ну и нитку, естественно, маскирую. Таким вот образом эту ниточку мы тоже протягиваем. Далее вяжем цветок. Для цветка набираем цепочку из 30 петель. Далее вяжем таким вот образом. 2 петли подъема, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, следующую петлю цепочки, воздушная петля, столбик с накидом, следующую петлю цепочки, и так до конца ряда. Столбик с накидом в каждую петлю цепочки, между ними воздушная петля. Так, вот, провязала я до конца ряда. Теперь делаю одну воздушную петлю подъема, провязываем 2 столбика с накидом, делаем 2 воздушные петли, столбик без накида, вот так вот лепесточек, и в следующую дырочку столбик без накида, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, столбик без накида и так далее. То есть столбик без накида, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, столбик замыкающий. И так до конца ряда. Вот, довязала я до конца ряда. Смотрите. Ниточку отрезаю побольше. Далее берем с вот этого краешка и начинаем заворачивать вот так вот. Вот так вот. Теперь нам нужно соединить все между собой, как бы прошить все наши слои. Вот такой вот цветок у нас получается. И потом останется только пришить на повязку. Я нашила пуговичку, и вот сюда сбоку я пришиваю цветок, и все. Сначала креплю вот по центру. Теперь вот здесь вот где-то такими широкими стежками просто фиксирую. Делаю узелочек. Вот она. Ну и одеваем на головушку посмотреть наш результат. Вот, по объему хорошо. Вот она, девчонки, смотрите,
красотка. Прям смотрите, какая у меня красотка получилась. Вот. Все, девчулечки. Думаю, цели мы достигли. Вот она, наша повязочка. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока, до новых встреч. Вяжем следующие шапочки, повязочки. И наслаждаемся. И красуемся. Всем пока-пока.